Сегодня мы проводим мониторинг состояния доступной среды в нашем городе. В частности, мы проверяем это пересечение дорог, перекрестки, автобусные остановки, пешеходные тротуары, переходы и тому подобное. Никита Ванков – паралимпиец, многократный чемпион края и дайвер. Город он свой любит и лучше других знает, где необходимо сделать его наиболее доступным для людей с ограниченными возможностями. Наверное, основные сложности – это переезд перекрестков, потому что на одном перекрестке есть доступная среда. Есть хороший пандус, с которого можно съехать. И, перейдя перекресток, просто упираешься в бордюр. В этом сложности. По всему городу большая сложность – это ливневка. Проблема заключается в том, что передние колеса, коляски попадают в ливневку, и можно вывалиться из инвалидного кресла. Результаты экспериментальной прогулки молодежь передает в городскую администрацию. Это совместная работа, намеченная на недавней встрече молодежи с главой города. Сергей Сергеев приветствовал инициативы молодых и надеется на их действенную помощь.